Минимизировать живое обслуживание и полностью автоматизировать процесс. К этому постепенно приходят все международные аэропорты. Тех, кто часто выезжает за рубеж, самостоятельной регистрацией и распечаткой багажных бирок не удивить. Такие стойки есть во многих городах Европы. А вот в Сочи они появились с начала этой недели, и обойтись без помощи специалистов пока могут не все пассажиры. И вот эти вот две маленькие таких штучки, это перки. Мы приклеиваем на чемодан. С этой чудо-техникой Дарья Тында встретилась впервые, но довольно быстро поняла смысл всего процесса. Инструкция проста. Нужно просканировать посадочный талон, поставить багаж на ленту и приклеить на чемодан выданную аппаратом бирку. На все про все не более 2 минут. Очень удобно, очень комфортно, все очень быстро, не нужно стоять в очереди, зарегистрировался, очень современно. Очень круто, правда, спасибо большое. Такая автоматизированная система обслуживания пассажиров действительно упрощает подготовку к поездке и экономит время при прохождении предполетных формальностей. Человеческий фактор сведен к минимуму. Стойки самостоятельной регистрации багажа доступны за 5 часов до отправления рейса, в то время как привычные сотрудникам открываются за 2 часа до отправления. Пассажир может пройти дома онлайн-регистрацию, приехать к нам в аэропорт, распечатать на репринте посадочный талон, подойти к стойке самостоятельной сдачи багажа и отправить свой багаж в багажное отделение. Данная услуга с начала этой недели уже внедрена в опытную эксплуатацию. Сейчас мы сотрудничаем с одной авиакомпанией, но авиакомпании проявляют данные услуги огромный интерес, идут, естественно, с нами на диалог, и мы в ближайшее время, я думаю, запустим эту услугу со всеми авиакомпаниями. Но и у этой услуги есть свои ограничения. Зарегистрировать самостоятельно багаж невозможно, если вы летите с питомцем, перевозите горнолыжное снаряжение и детскую коляску. Также эта услуга недоступна, если багаж превышает допустимые габариты и вес. У каждой авиакомпании свои правила и нормы провоза багажа. Эти нюансы нужно обязательно учитывать. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.